проводим демонстрацию устройства, которое называется «Адский фонарь». Устройство состоит из умного фонаря, который умеет менять свои свойства. Он может вибрировать, мигать, включаться, выключаться, а также менять цвет. Все это он делает с помощью вот такого вот инфракрасного эмиттера, который передает фонарю сигнал, какую функцию выполнять в данный момент. Настройка всех функций осуществляется с помощью специального приложения на планшете или на телефоне. Когда игрок перемещается с фонарем по локации, он попадает в зоны действия различных инфракрасных эмиттеров, каждый из которых задает фонарю определенную программу действий. Таким образом, в каждой зоне, в которую попадает игрок, фонарь может вести себя по-разному. В одном месте он может ярко светить, в другом потухнуть, а в третьем вообще начать мерцать красным цветом, предупреждая об опасности. Давайте посмотрим, что же можно делать с данным фонарем. Включаем свет.